Приветствую всех. Спасибо делегатам, что пришли, организаторам, что пригласили. Видите, такая у нас динамика. Мы с каждым годом движемся ближе и ближе к Кремлю. Народу, правда, меньше становится, не все дойдут. Но следующий будет уже в Большом Кремлевском дворце, я надеюсь. Итак, собственно говоря, тема доклада известна всем. Немножко там отличается, правда, русское и английское название. Сразу такой возникает когнитивный диссонанс. Вот, я буду ориентироваться на русское название, тенденции развития рынка клиноисследований и так далее. Да, соответственно, тема огромная, да, то есть, чтобы ее раскрыть, наверное, не хватит и 10 таких конференций, с одной стороны. А с другой стороны, собственно говоря, она сама себя и раскрывает, да, то есть, чтобы раскрыть тему, достаточно взять ее название, поменять немножечко пунктуацию и добавить пару слов, да, то есть тенденции развития рынка клиноисследований в этих странах, да, такие, то есть регуляторные требования ужесточаются, скорость набора качества падает, потенциал, соответственно, снижается, а количество сдерживающих факторов растет. Да. И я, в принципе, хотел бы остановиться на последнем, да, на сдерживающих факторах, которые, собственно говоря, вот как клубок такой, да, проблем, которые мы пытаемся разрешить. И, собственно говоря, хотелось бы, конечно, там потянуть за ниточку регуляторную, да, и как мы привыкли, собственно говоря, обвинять во всем злых регуляторов, мол, где они гайки закручивают, да, поэтому все остальное, соответственно, проблемы все мы имеем, да, там, скорости набора, качества и так далее, и так далее. Вот, но, как мы знаем, да, регуляторы, ну, они мало что слышат, да, то есть бесполезно с ними вести какой-то диалог, тем более, что они, как правило, на конференциях этих не присутствуют. Вот. Поэтому я предлагаю все-таки начать с бревнышка в своем глазу, да, а потом уже переходить к соринкам в чужом. Да, то есть посмотреть, что мы, собственно говоря, можем сделать, то, что в наших силах. Да. Проблемы тоже наши известны, да, они... Ну, это наши общие болезни. Мы прекрасно знаем, что технические неполадки какие-то, что да, по статистике, да, наших успешности там, выполнения проектов в срок, в бюджет и по плану, да, мы понимаем, что одной из основных проблем все-таки является недостаточное плохое планирование. Да. Дальше начинается исполнение, которое, как правило, бывает еще хуже. Да. В итоге мы имеем то, что мы имеем на сегодняшний день. И, как правило, да, мы работаем вот в этом всем привычном, так сказать, режиме пожаротушения, когда что-то случается, и мы все вместе, так сказать, как один по колено в ледяной воде спасаем там какие-нибудь плотины и так далее. Да? То есть вот эта хаотичная активность, мы все время заняты, да, но результат потом оказывается плачевный, да, как говорила моя бабушка, гуляли, веселились, посчитали, прослезились. Вот, соответственно, мы тоже говорили уже, да, о вот этих вот организационных структурах, которые по мере роста организации, да, и, так сказать, появления вот этой матричности, да, то есть функциональные связи накладываются на линейные иерархические связи подчинения, да, не вот размываются как бы границы ответственности, не очень становятся понятными линии, да, там отчетности, репортирования, как мы любим это называть. Плюс еще последняя тенденция слияния и поглощений, да, она добавляет еще дополнительно, так сказать, хаоса, да, дублируются функции и в общем непонятно, кто за что отвечает. Да, соответственно, отдельная история, наши вот эти вот бессмысленные собрания, да, бесконечные, там, таунхоллы, телеконференции, мы встречаемся, что-то обсуждаем, но в итоге, так сказать, да, все выходят с этих совещаний с
не понимают, что конкретно надо делать. Да? То есть вот, все понятно, но что конкретно, не очень. Да? В итоге, так сказать, люди теряют, да, интерес к происходящему. Там мы сидим, просиживаем штаны на этих, так сказать, бесконечных совещаниях, тыркаем свои смартфоны там, и ноутбуки, да, и занимаемся, так сказать, чем-то другим. Потому что надо, потому что работать тоже надо когда-то. Да? Вот, соответственно, по мере роста, да, там, человека в иерархической структуре, да, все более и более человек обюрокрачивается, да, то есть вот эта вот степень бюрократизации в больших, особенно организациях, мы тоже понимаем, да, что она колоссальная, да, и, собственно говоря, речь уже не идет там о какой-то производительности, да, а главным условием и залогом успешного роста, да, становится, так сказать, вот эта комплаентность, так называемая, да, и игра по правилам. То есть заканчивается бизнес, заканчивается дело и начинается политика. Политические игры, коалиции там, и так далее, и так далее. Да? Вот, соответственно, там отдельно тоже надо сказать о вот этих наших бесконечных потоке имейлов, да, то есть вот эти количество, так сказать, сообщений, которые люди получают в день, да, оно там превышает вообще границы разумного. И это происходит за счет того, что, опять-таки, в стремлении не принимать каких-то решений, брать на себя ответственность, да, люди копируют там в почту бесконечное количество людей, да, просто чтобы, так сказать, вот там получить какое-то подтверждение, да, и снять себе ответственность, да, то есть не риск-шеринг, а риск-шифтинг такой получается. Вот, отдельно тоже, да, информационные технологии, на самом деле, не решают все эти проблемы, да, а добавляют еще дополнительного хаоса, да, то есть, опять же, по статистике, количество систем, в которых человек работает при выполнении, там, среднего клинического исследования, да, там, достигает от 5 до 7, да, колеблется. В итоге, так сказать, чтобы собрать информацию из всех этих систем, люди по-прежнему пользуются Excel-ами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ошибками, да, там, ну, не хочу говорить подлогами, да, там, но тем не менее, да, то есть они не дают объективную информацию. И, собственно говоря, человек, да, если раньше вот мы, так сказать, критиковали, там, дальше мы на этом остановимся, человек становился в индустриальную веру, эпоху, да, придатком машины. Да. Точно так же мы видим, что человек на сегодняшний день является придатком машины, только информационной. Да, то есть люди вводят информацию в систему. Все, что вы делаете, тикаем таски или там вводим информацию, да, но не решаем задачи и не достигаем целей. И тоже последний, да, момент – это вот эта пресловутая комплаентность, эти СОПы, да, которые мы все так любим, в результате чего происходит, как я это называю, да, засопливание мозгов. То есть и люди, опять же, да, они работают по СОПам, по правилам, а мы все время хотим и ждем от них какой-то, так сказать, креативности, творчества, фантазии, да, а это убивает, да, то есть это абсолютно противоположные вещи. Значит, как же мы дошли до такой жизни? Все мы знаем, да, что краеугольным камнем, собственно говоря, клин-исследований, да, и вообще любых проектов, это не только в нашей индустрии, да, не только в России, там, Турции, Индии, а везде, да, является понятие задачи. То есть задача кто, что, когда и как выполняет. Да? И вот это вот понятие задачи, этот краеугольный камень, да, он формирует не только проекты как таковые, но он формирует организационные структуры, организации, индустрии и вообще весь, так сказать, бизнес в целом. Да? То есть в конечном итоге, там, первый вопрос, что там формирует, например, спектр услуг, да, сферу, то есть, например, что мы делаем, да? Понятие кто так или иначе формирует организационные структуры, понятие как, соответственно, да, формирует наши СОПы, процедуры и в конечном итоге, да, всю, так сказать, корпоративную культуру. Да. Значит, очевидно, опять же, что вот все вот эти меры, о которых я говорил, да, вот информационные технологии, ну, помните, да, там в 2000-х годах, да, там появились электронные EDC, да, появилось, и все возлагали огромные надежды. Вот сейчас появится EDC,
мы избавимся от бумаги, и значит, лекарства станут дешевле. Да? Там, вот мы сейчас введем risk-based мониторинг, да, и он позволит нам тоже повысить качество, сохранить издержки. Но мы видим, что ничего не происходит. Да? То есть стоимость, средняя стоимость лекарства по тавтским оценкам, да, тоже, которые всем известны. Значит, первый раз они сделали в 91 году, и средняя стоимость была 230 миллионов, 231 миллион. А в прошлом году они посчитали, получилось 2,6 миллиарда. Да? То есть средний рост в год составляет 40%, несмотря на все наши усилия. Это говорит о том, что все-таки что-то здесь не так, да, то есть мы как бы лечим не болезнь, пытаемся лечить, да, а мы пытаемся лечить симптомы, то есть все те меры, которые мы предпринимаем, они являются косметическими, да, а собака порылась в чем-то другом, да, вот. Мы попытаемся сделать небольшой там экскурс в историю, понять, откуда растут ноги, да, вот этого подхода, который мы имеем. Соответственно, ноги все растут из так называемой теории научного управления, да, которая была опубликована Фредериком Уинслоу Тейлором в 1911 году. Она всем известна, да, значит, на самом деле, да, но в чем она состоит? Значит, она состоит и базируется на там, четырех основных предпосылках. Да? Это то, что внешняя среда не меняется, является неизменной. Это то, что всегда является достаточное количество информации для планирования и принятия решений. Третий, тоже это ключевой принцип, да? Это то, что тот, кто планирует, то есть планировщик, должен быть отделен от исполнителя. Да? То есть это разные люди. То есть менеджеры, исполнители, разные люди. И, соответственно, четвертое, да, это что всегда есть один наилучший путь решения той или иной задачи. Да? И, опять же, показательно, что в качестве примера, да, был взят пример, когда, значит, грузчики грузили чугунные болванки на железнодорожные платформы. И применив, соответственно, вот этот принцип, они там посчитали, сколько усилий требуется, так сказать, на там, поднятие, на перенос, когда человек должен отдыхать, за какое время восстанавливает свои мышцы. Они, значит, выбрали, эксперимент проводился вообще в конце 19 века, да, 1880-й год. Вот, выбрали одного, значит, самого жадного грузчика, шотландца, и самого жадного, и самого сильного, и самого глупого, так сказать. Вот. И, ну, там очень интересный диалог приводится в книге, даже, так сказать, иронически пытаются передать его акцент. Вот. И в общем, мы сказали так, ну, вот хочешь зарабатывать там, сейчас ты зарабатываешь $1.15 в день, да, а хочешь рубль 80? Он говорит, хочу. Значит, завтра будешь делать то, что тебе скажет менеджер. Говори, носи, ты носишь. Говори, отдыхай, говорит, отдыхай, ты отдыхаешь. Хорошо, хорошо. Вот, в результате производительность труда повысилась в 360%. То есть, если раньше средний грузчик приносил 12 тонн, сейчас он стал приносить 47. Представляете, колоссальная эффективность. Соответственно, этот подход, да, во многом определил вообще всю, так сказать, науку управления на многие годы вперед. Ну, неудивительно, да? И он, собственно говоря, да, все базируется, вот эта книжка. Это 70, даже книжкой нельзя назвать, 75 страниц, брошюра. Вот, тем не менее, значит, мы до сих пор, да, строим всю свою деятельность на понятии задачи, времени и так далее, да, и норма часов. Вот, естественно, так сказать, что с ростом демократизации общества, так сказать, с ростом влияния профсоюзов и вообще, так сказать, в связи с отсталостью вот этого подхода. Следующий, значит, кто попытался его пересмотреть, это был Питер Друкер, да, который ввел понятие так называемого, то есть management by objectives, да, то есть цель, и, собственно говоря, мы ее достигаем, то есть ставится цель,
вместе с исполнителем, по пути, так сказать, наблюдается прогресс движения к этой цели и предпринимаются необходимые корректирующие действия для его достижения. Да? То есть это более правильный подход на самом деле. Да? То есть когда мы смотрим не под ноги себе, куда мы ставим ноги, да, а мы видим цель и мы идем к этой цели. Да? То есть как бы все вместе смотрим вперед, вместо того, чтобы смотреть вниз. Но, к сожалению, так сказать, если Тейлор был инженером, да, и он дал, так сказать, основы для практического применения, то есть как посчитать стоимость задач, мы знаем, а как посчитать цену достижения цели, мы не знаем. Да? Потому что Питер Друкер был уже не инженером, а он был классическим консультантом. Да? Вот. Соответственно, дальше также следующий еще уровень, да, мы понимаем, что очень важно управление людьми, да, и вот Дуглас МакГрегор ввел там, в 60-м году понятие теории мотивации, да, то есть мотивация по старинке, когда ставятся цели, задачи, человек вот, устанавливается жесткий контроль, и соответственно, теория теория X, да, старая, как бы она была основана на том, что человек ленивый, он не любит работать, он не любит брать на себя ответственность, да, и его нужно, так сказать, постоянно контролировать и заставлять работать. А есть более демократичная, так сказать, и либеральная, соответственно, теория Y, да, которая основана на вот этих предположениях, что человек любит работу, он любит ответственность, и он с удовольствием будет брать на себя обязательства, если создать ему условия. Да. Соответственно, из Друкера и МакГрегора дальше развилась вся вот эта вот история, связанная там с управлением ресурсами, да, Human Resource Management, Human Management, Human Relations. Из Друкера, так сказать, выросла дальше целая плеяда консультантов, но база экономическая, да, всей нашей деятельности осталась старая, она осталась тейлоровской. Да, то есть понятие задач. Соответственно, если вот их совместить, да, то понятно, что теория X, старая теория мотивации, так сказать, она работает на экономическом базисе Тейлора. А идеологическая настройка и мотивация Y работает на подходе Друкера. Но у Друкера нет, опять же, как мы знаем, экономической базы. Не можем посчитать, сколько стоит задача. Получается, что мы управляем по теории Y, а считаем по теории X, да, то есть как бы не связанные, да, друг с другом шестереночки. Руль крутим, а колеса едут в другую сторону, то есть потому что они никак не связаны. Вот, ну, соответственно, если вот интересный момент, если совместить пирамидку, так сказать, иерархической структуры с пирамидой Маслоу, собственно говоря, на которой, да, на теории Маслоу МакГрегор основывал свои вот эти выводы, то получается интересная картина, да, что в принципе как бы вот первые три уровня по Маслоу соответствуют как бы нижнему уровню корпоративной иерархии. Да, то есть это, собственно, люди, которые делают дело, да, которые работают работу и которые, собственно говоря, создают прибавочную стоимость. Да, и верхний уровень там примерно начинает там с upper manager, да, там и C-suite так называемый, да, это люди, которые, так сказать, уже по пирамиде масла удовлетворили все свои потребности и больше заняты, так сказать, самореализацией и так далее. Да. И мы понимаем, что, к сожалению, да, горькая правда состоит в том, что нижний уровень можно мотивировать только по теории X. Да? То есть только ставить жестко задачи и добиваться их исполнения. И это самый эффективный путь и модель управления. Да? На самом деле как бы, все работают по ней, но заявляют, что работают как бы, по более гуманистической теории Y, да? И основанной, так сказать, на не знаю, идеалах там, французской революции, свободы, равенства, братства. Да? Но на самом деле это не так. Вот. И, собственно говоря, да, наша задача – это понять, а можно ли создать, да, экономический базис для теории управления по Друкеру, да, то есть какова
какова стоимость наших задач, да, и целей, которых мы пытаемся достичь. Ну, это вот всем известный, собственно говоря, жизненный цикл препарата, да, и мы понимаем, что вот задача является, да, это сдвинуть точку А, да, то есть когда мы вводим препарат, да, и тратим деньги, так сказать, на разработку, да, сдвинуть ее влево, да, тогда прибыль будет больше. Соответственно, зная, сколько мы хотим получить, мы понимаем, сколько мы готовы потратить, и от этого дальше можно откручивать, да, там, стоимость, соответственно, клин-исследований, там, стоимость майлстоунов в клин-исследованиях и так далее, и так далее. И, в общем-то, понятно, да, что пока мы не избавимся либо от вот этих вот иллюзий, да, связанных, так сказать, с мотивацией, да, с то, что мы говорим одно, а делаем другое, либо мы не избавимся от вот этого тяжелого, так сказать, наследия, да, чугунного мышления тейлоровского, мы так и будем, да, собственно говоря, делать, да, по, как товарищ Ленин говорил, да, шаг вперед, два шага назад. Вот, собственно говоря, все, что я хотел доложить. Спасибо большое.